Компания Hyundai представит в России сразу несколько новых паркетников. Так, уже в середине следующего года мы увидим в шоурумах большой кроссовер Palisade, который составит конкуренцию таким моделям, как Toyota Highlander и Chevrolet Traverse. Мы сейчас активно готовимся, проводим сертификационные мероприятия. Мы делаем на нее большую ставку, потому что это действительно совсем новая модель, которой до этого никогда не было. Первая. Вторая – это самый крупный внедорожник. И именно этот сегмент очень востребован в России. Следом Hyundai выведет на рынок Tucson четвертого поколения. Предвестником этой модели стал концепт-кар Vision T, представленный на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Очень много элементов, которые будут показаны и отражены этим концептом, будут потом перенесены на новое поколение Тусана. По нашим планам, запуск Тусана на российском рынке ожидается в первой половине 2021 года. Также в начале 2021 года нас познакомят со вторым поколением Креты, самого востребованного кроссовера в России. Скажу только, что дизайн точно будет отличаться от того, что представлено на китайском рынке. Мы специально с нашим R&D эту тему обсуждали, и машина будет отличаться. Ну и на этом еще не все. В обозримом будущем Hyundai привезет в Россию водородный кроссовер Nexa. Мы мониторим этот рынок и планируем в ближайшее время рассмотреть возможности в экспериментальном формате ввоза электрических машин и водородных автомобилей. И мы делаем все-таки ставку глобально как концепт на водородные автомобили. Никаких технических подробностей о новинках Hyundai пока не раскрывают. Очевидно, информация появится ближе к старту продаж.